Обувь будущего года. Мужская и женская, праздничная и повседневная, она начинает свой путь отсюда, со стендов Общесоюзного дома моделей обуви. При создании образцов учитываются требования моды, запросы покупателей, технологические условия производства. Только за прошедший год обувные предприятия страны использовали для массового выпуска почти 2000 образцов, разработанных в Общесоюзном доме моделей. В 1973 году наша промышленность выпустит 717 миллионов пар обуви. Хочется пожелать, чтобы на прилавках магазинов было больше обуви удобной и элегантной.